Всем привет! Мы сегодня находимся на ярмарке в городе Кропоткин. Пойдемте посмотрим зверюшек разных. Курочек, собачек, кошечек, попугайчиков. Вот такие вот на входе. Ждут своего хозяина. Милые, очаровательные создания. Продавцы меня увидели, убежали. Ну ладно. Идем дальше. Папа лайка, мама немецкий пинчер. Смотрите, какой он. Уже охраняет. Мама лайка, папа пинчер? Да, немецкий пинчер. Крупный, он будет одну чуть ниже колена. Со всеми прививками, готовый. Сколько стоит? 200 рублей 200. За прививку. Ну, чуть ли не даром, да? Ну, я же почему говорю, а вот такие покупку. Красавцы почем? Это 4, это 3. 4, 3. Джек Рассел и Фанель. Все, уже охраняет, уже готовый. Панель 4, Джек Рассел 3, да? Да. Спасибо. Вот такое чудо сегодня пришло. В какую цену? 6 тысяч. 6 тысяч стоит. Тут кому надо, приходите на рынок, пожалуйста. Вон еще один спит. Красавец. Все, спасибо. А в какую цену такая красота? Уже за 2,5 отдаю. Последняя. А как эта порода правильно называется? Чихуа. Чихуашка, да? Ага. Ага, спасибо. Друзья, здесь уточки. Дяденька. Уточки сегодня в наличии много. Цены разные. Люди уступают. Кто-то побольше, кто-то подешевле. Вот овчарки. В какую цену овчарки? 14. Подвинуться. Если что, подвинуться. Алабай. Вот такой вот алабайчик, 20 тысяч. Хотите номер продиктую? Номер продиктовать? Давайте. 8 918? 362. Это кто вам? 399. Давайте заново. Давайте, 8918. 8918. 399. 399. 3260. 3260. Вот такой вот алабайчик ждет. Ребятки, звоните. Смотрите, чудо какое. Город Кропоткин, да. Здесь у нас цицарочки. Прям куколки. Можно научить говорить, на плечо посадить. Идем дальше. А ваша почем? Твой терьерчик? Трешечка, да? Красиво. Кушает, там темно. Пойдем дальше. Ребят, белая швейцарская овчарка. Сколько стоит? 10 тысяч. 10 тысяч. На писца похоже, да? Нет? Овчарка, обыкновенная овчарка. Такая та самая, белая, чисто белая. Номер продиктуем? Номер продиктуем? 8-928 42 55 856. Ребятки, звоните, вас ждет овчарочка. Спасибо. Так, а здесь уже спят немцы. Какую цену немцы? 10. Две девочки остались. Две девочки. Вот такие вот щенята. Все, спасибо, пойдем дальше. Есть подставочка чудесная. Так. А почем ваши кролики? 300. Это декоративные, да? Нет. Нет? На мясо? На мясо. 300 рублей. Да, глянь. Ага. Уже с прививочками? Какие прививки? Ну еще рано. Вот. А я ж не знаю. Это? Еще мало им, да? Еще рано, еще по погоде рано. Она ж на 6 месяцев. А у вас дома много кроликов? В смысле? Ну вот таких? Ну вот шубу. Шуба не с кроликов. А что, похоже на кролика? А я не знаю, первый раз вот это взял. Это норка у меня. А, это норка. Все, ну спасибо большое. Да, пожалуйста. Ребятки, сегодня бесплатно щенки есть. А порода как, дворянины, да? Да, папа дворянин, мама овчарка. Вот, пожалуйста. Невысокая. Можно найти такое чудо? Ну, может, за пирожное, за торт отдали бы, да? Бесплатно. Даже бесплатно. Ну, даже бесплатно отдают. Вкусные конфеты к чаю можно смотри. Подарить и забрать. А здесь вообще, смотрите. Сейчас, минутку. А эти сколько стоят? Это по 3000. О, это по 3000. Вот. Две китайские. Две китайские. Красавцы. Можем номер продиктовать, может, кто позвонит. Хотите? Давайте. Давайте сейчас.
Ну, а. Такое чудо редкое вижу. А красавцы. Это вот папа пекинес, мама китайская хохлатая. Папа пекинес, мама по хохлатая. Тысяче. Это по тысяче. Вот два, девочка и мальчик. Ой, это. Ну, красивые. Какой номер телефона, если позвонить? 8-988. Для кота. 387-89-19. Ну, кому собачки понадобятся, позвонят, купят. Да. Да. Все, спасибо. Здесь котики есть. Ой, это кто такие? Он смотрит. Как на буржуя. А в какую цену ваши коты? Почем кошки ваши вот эти? 5 тысяч. Это тут они все по 5, да? Все, понятно. А почем ваши собачки? Всем спасибо. Как порода называется? Немцы. Тоже немцы, да? Не-не, мы немцы здесь. Спасибо вам огромное. Здоровья вам. Поехали, растите, не болейте. Сегодня на выставке зима, холода, видите, людей мало, птицы мало, животных тоже мало. Вот голуби, кролики, пожалуйста. Хозяин, видимо, пошел на важные дела. Вот неразлучники, гляньте, какие красивые. Почем такие стоят? 1400. Неразлучник Фишер, цена 1300. Ой, 1400, да? Один, да. 1401. 928. Номер телефона 8-928-115-27-78. Борис. Борис. Все, спасибо. Так, такие вот клеточки. Вот смотрите, прям красота. Это для жаворонка, да? Сколько стоит? Для перепела, для жаворонка. Для перепела, для жаворонка. Цена какая? 1800. Вот такие вот разные переносочки есть. Вот 200 рублей, 400 рублей. Пойдемте дальше посмотрим. Тут маленькие переносочки, здесь переносочки. Вот такая вот клеточка из сосны. Проволока. Обычная проволока. Бывает с нержавейки, сегодня с нержавейки нету. Цена такой клетки 700 рублей, это 600 рублей. Вот такая вот ловушечка есть с гнездами. Ловушка 800 рублей. Вот клеточка для парного содержания канареек. Цена. Это в какую цену? 700-800. 100 рублей. Вот поющие кинора. Вон тот нижний поет, да, сейчас? Тихо. Кинора по 2, по 3, по 1,5, по 1000. Цена договорная. Большой ассортимент хорошего качественного зерна. Всегда на выставке есть. Они большие, не растут. А в какую цену ваши кролики? Такие почем? 1,5. 1,5. Я пропал. Здравствуйте. Почем ваши гуси? 10 тысяч пара. 10 пара, да? Я и гусь. Такие вот гуси. Попугаев канареек сегодня прям практически раз-два я обчелся. Не сезон. Канарейки попугаи будут весной. А козлята почем ваши? Козлята от 15 до 30. От 15 до 30. Чисто. Красивые курочки-петушки. А петушки почем? Петух и курица 1000 рублей. Петух и курица 1000 рублей. А такие в какую цену? 500 рублей. Голуби, пожалуйста. Почем ваши голуби? Тут цены разные, да, у вас? Да, 300 и 500 рублей. 300 и 500 рублей есть разные. Вот, ребята, ну что вы будете брать? 50 рублей.
Почем попугайчики у тебя? Корелы 2700. Так, корелы серенькие почем? 2700. Ага, это мне сказали. А вот молодежь, рубинчики, да? Почем рубиновые? 6. Розелы рубиновые по 6. Кокарики ваши? Ваши. Почем? По 2000. Кокарики по 2000. А пенантик почем? 10. 10. Спрятался под пакет. Номер скажете свой? Нет. Нет. Уже все начинают потихоньку разъезжаться. Встретимся с вами теперь мы в конце февраля на ярмарке здесь же. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Будут обзоры и канарейки, и попугаев, коров, лошадей. Всего всем доброго. До скорой встречи. Иди ко мне. Витек, ко мне. Это могло быть остаться за кадром, но ребята настояли и решили объяснить свои цены. Свои цены. Почем ваши кокарики? Кокарики по 2200, пенанты по 10. Волна по 600. Голова. Это голова или хвост? И ваши, кому покажи перчик. Юра, покажи перчик. Перчик, птичек. Сереж, прокомментируй. Какие так, здесь птичек? У нас амадины получается, да? Не, те маленькие. Это что за амадинка, скажите? Амадины Форбисы. 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 Амадина Форбисы. Вот, Юра, ты говоришь, нечего снимать у нас. Да. А там уже Форбисы. Так, здесь пенанты, здесь пустые клетки. А когда вы успели все распродать? 5 утра, Юра. А, в 5 утра, а я пришел уже 7:30, уже все продано. Вот так вот умеют люди работать. Ну все, всем всего хорошего, до свидания. До следующих встреч. Все. Сегодня вообще...